Будем надеяться, что не повлияет на ход этого боя. Боковые судьи. Первый стол Кения, второй Замбия, третий Южная Корея, четвертый Азербайджан. Пятый судейский стол Беларусь. Ring B, ball number 5. The referee is from Tunisia, Ibn Mukhtar. The judges are from Kenya, Zambia, South Korea, Azerbaijan and Belarus. Ring B, красного ринга, Фозильен Андумуродов, Узбекистан. Итак, Фазильон Абдумуродов у нас в красном углу и в красных перчатках, соответственно, Дмитрий Двали в синих. Поединок начинается. Дмитрий начинает поддавливать. Хорошо пробивает в корпус и тут же с правой руки в голову. Но начинает его представитель Узбекистана встречать. Видно, что есть преимущество в дистанции атаки. Проваливает великолепно и тут же уходит. Хорошо пробивает с левой руки сейчас Фазильон Абдумуродов. Держит дистанцию. Дмитрий пытается подойти и поработать в ближнем бою. И мы видим, что задачу, которую ставит перед собой Фазильон, это вообще не подпускать к себе соперника и даже не давать в целом бить. Даже по блоку. Включается здесь Дмитрий, попадает в корпус, переводит на голову. Ему нужно как можно больше ударов выбрасывать и желательно чистых. Но здесь, когда в целом работаешь против рослого боксера, конечно, нужно действовать в стиле Малетти. То есть идти вперед как танк. Постоянно прессинговать, выбрасывать боковые удары, обманывать. Смещаться с линии атаки в стиле Тайсона. Раскачивать, может быть, маятник. Другой вопрос... Хватит ли тебя на 3 раунда вот такой изнурительной работы, потому что она очень энергозатратна. Вот попытался несколько раз боковыми достать Дмитрий. Пропускает апперкот. Не дает выйти Фазильону. И пытается Фазильон Абдумуродов встречать соперника. Вновь контролирует дистанцию передней рукой. И еще один боковой у него проходит. Раздергивает Двали джебом. Пропускает в корпус Фазильон. Так, ну здесь, кстати, по-моему, рефери ошибся. 15 секунд еще осталось. Да, рефери действительно ошибся. Там оставалось 13 секунд еще работы. И вот сейчас как раз дорабатывают. А вот теперь раунд завершен. Там начали уже страсти накаляться между ребятами. А что-то очень сильно обиделся Фазильон Абдумуродов. Боксер является чемпионом Узбекистана 2020 года. Тренируется под руководством Аскара Султонова. Ринг,
Хороший боковой удар проводит сейчас Абдумуродов. Ну и мы видим, что Дмитрий отрабатывает пропущенный удар в ближнем бою. Встречает великолепно Фазильон сейчас дальней рукой, но у него пока только одиночные удары. А вот Двали не отпускает соперника. Очень грамотно сейчас подхватил корпус. Рефери не видел и нанес удар с открытой руки. Здесь, конечно, Дмитрию нельзя отпускать Фазильона. Именно нужно работать Двали в ближнем бою постоянно. Еще одна такая непростая, затяжная атака. Клинчует на этот раз уже Фазильон Абдумуродов. Проваливает Дмитрия Двали. Фазильон боковым ударом. Еще один апперкот проходит. И тут же еще один боковой. Хороший апперкот получился вновь у Фазильона Абдумуродова. А тем временем остается 1,5 минуты до конца. Двойку решил пробить. Стоп! 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 Продолжает прессинговать Дмитрий. Получилось пробить в корпус. И сейчас попытался он перевести на голову. Хороших два удара у него прошло. И тут же двойка. Великолепно Двали отработал этот эпизод. Рефери призывает Двали поднимать голову выше. Пробивает здесь же двойку Фазильон Абдумуродов. Много грязной работы мы видим, много клинча. Видно, что уже Фазильон функционально. Не первой свежести. Но при этом еще работать целый раунд. Вот здесь снова комбинация из двух ударов прошла у Фазильона Абдумуродова. Раунд завершен. Пока все. Боксер-мастер спорта России, счет боя приведет, является чемпионом России среди молодежи 19-22 года 2021 года. Тренируется руководством Ивана Щелока. Итак, третий раунд. Смотрим. Пошел вперед Дмитрий Двали. Понимает, что нужно сейчас третий раунд обязательно выигрывать. Не отступает Дмитрий. Все делает правильно. Из правой руки великолепно пробивает удар. Рефери вмешивается. Пытался сейчас включить правую руку Дмитрий Двали. Но здесь уже борьба пошла в дело. Левый, левый.
Хорошая атака. Пробивает Фазильон Абдумуродов. Ну и тут же Двали отрабатывает по корпусу. Есть перевод на голову. Хороший боковой удар получился у Дмитрия. Снова он прессингует и подсаживается великолепно, чтобы не дать по себе пробить. Апперкот от Дмитрия. Снова промахивается Фазильон. Еще один удар по корпусу. Есть перевод на голову. Нет, не последовал, к сожалению. Продолжает Дмитрий идти вперед. Снова корпус и голова. Здорово получилось вновь его Двали пробить. Не отпускает оппонента Дмитрий. Есть боковой. Еще один. Тут же апперкот. Все получается у Двали. Есть боковой удар. Хорошо пробивает Дмитрий. Зацепил так зацепил сейчас Фазильона Абдумуродова. Но тот пока стоит. Но у Фазильона сил уже практически не осталось. Много энергии он потратил на вот эти перемещения. На уход с линии атаки. Так, у нас там шнурки. Ну и, конечно, это шанс для Фазильона Абдумуродова чуть отдышаться. Возобновляется поединок. Идет вперед Дмитрий. Выбрасывает джеб. Тут же два боковых удара. Переводит на голову. Да, ну я думаю, что вот этот третий раунд, он и в результате окажется решающим. Дмитрий действительно перебивает соперника. Им больше желания демонстрирует победить. Хороший боковой удар. Еще один. Все. Бой завершен. Дело за судьями. Сейчас они должны будут определить победителя этой встречи. Да, Дмитрий Двали одерживает победу и проходит в следующий круг. Поздравляем!